Боевики 3 раза обстреляли украинские позиции в зоне АТО. Об этом сообщает пресс-центр штаба. В течение всей недели противник наращивал огневую мощь, но сегодня, в светлое время суток, вдоль линии разграничения была тишина. Подробнее с линии огня наш военкор Ирина Баглай. Это промка там работает. Это были приходы РПГ, або мухи стреляли. Сутинки, часов годин 10, и начинают активно працювати і стрілкотні, і з мінометів, і 72-го калібра, так в основному. Днем по этим тропам, ведущим к передовым позициям украинских бойцов, еще можно пройти, а вот ночью передвижения запрещены. Боевики регулярно прочесывают эту территорию из минометов. Тут нема одного жодного дерева цілого. Воронка через каждых 5 метров, все разнесено. Все вибито, вони от, ну, це треба таке. Горе наробили. Блиндажи и окопы боевиков уже видно с позиции армейцев. На первой линии у противника крупнокалиберные пулеметы. Из них даже днем ведут огонь. А то, что бачите, все зараз працює утес, блин, с 9 годин на промку. Вот. То есть они стараются тож, провокувати нас. Они поодиночно працюют. Даже могут по 2 працювати. Все, погнали, погнали. Может, сейчас сюда отрабатывать тоже. Да с той стороны или с этой. Они сейчас неожиданно бьют. И в подтверждение слов пехотинца, боевики снова открывают огонь. В районе Синоватского моста боевики возводят новые укрепления. Зарываются основательно, готовят огневые позиции для тяжелой техники. Не вкопают мест, потому что там установят тяжкие. На подступах к Авдеевке бойцы регулярно слышат передвижение танков противника. По слуху 2. На слух. Ну, его важко с чем спутать танка. Он шукает себе дорогу. Танки боевиков продолжают разбирать уже изрешеченные бетонные здания Авдеевской промзоны. Тут працює уже від 80-ки, СПГ, РПГ и так далее. Вот это дыра танчик. Так называемого хлебного перемирия нет ни днем, ни ночью. Нет, это автомат ПБС. Доповідає веселий, працює ПБС, працюють по нас. Це з обычного автомата. Поставили глушитель. Вони стріляють на рух. От він тільки рух побачить, якщо він може, і зразу починає от стріляти. Просто так от на мене лупить і все. А що ж для кулемета, кілометр – це не дистанція. Цель бойовиків – спровоцировать українських воєнних на ответний огонь і помішати копатися поглубже. Провокує наші Збройні Сили України на відкриття вогню, провокує із крупнокаліберної зброї, зі стрілецької зброї. Вчора працював 110-мм міномет, 82-мм міномет, а також СПГ. Дистанция до противника здесь очень короткая, поэтому пехотинцам приходится открывать огонь, подавляя попытки боевиков прорваться на их позиции. Мы смотрим эту ответку. О, вроде бы одного минус нуло. То, что не знаем, это верно. Приходили, прибегали до медики, куда мы дали ответку, что-то там вытягали и дымы кидали. Как только военные фиксируют эвакуацию раненых у противника, сразу прекращают огонь. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер.